Идем откос Макайши. Здесь такой квартал с такими богатыми домами. Даже не виллы, целые дворцы с крепостными башенками и прочим. Здесь какой-то стеклянный дом. Мы на пересечении улицы Каталуния и Рамблас Каталуния. Нет, наверное, Каталанас это каталонская, да? И как получается, что Каталуния коктейль. Это Каталония, а Каталанас это каталонская. Да. Понятно. Красота. Дошли мы до кассы Балио. Очень красиво, да? Внизу очередь стоит уже. Слушай, второй дом есть название у него, вот этот красивый тоже? Не знаешь, да? Тоже очень красивый. Барселоне дома один лучше другого. Как не снимать? Какая красота. Еще один красивый дом. Культуры, колонны, балкончики, высота. Опять в Барселоне. Это касса Колфериш. Ага, вот название узнали. Красота. Домик называется Лактанция Муниципал. Едем в лифте смотреть на площадь Испании с высоты. Здесь тоже билет. Дверь открывается, билетик. Вот, мы внизу. Ой, наверху, люди внизу, а мы наверху. Видно Монжи. Канатная дорога видна.
Греции. Это музей искусства Каталонии. Башни, подобно венецианским. Фонтан. Выставочный центр. А это, по-моему, и есть парк Миро. Знаешь, угу. По-моему, так он и называется.